В Одинцовском городском округе продолжает свою работу волонтерский центр «Единой России». Одна из ежедневных задач – закупка товаров первой необходимости и продовольствия для формирования наборов, которые затем активисты передают нуждающимся. В ходе очередной поставки автомобильные бригады привезли со склада в Мытищах большую партию гуманитарной помощи. Она уже начала поступать к жителям. Как рассказал председатель фракции «Единой России» в Совете депутатов Одинцовского округа Вячеслав Киреев, эта поставка включает также товары для оказания помощи врачам, временно размещенным в гостиницах. Напомним, ранее активисты доставили 6 тонн продовольствия для формирования продуктовых наборов.